В мои школьные годы курса русской литературы не было, но некоторые произведения хотя бы были включены в зарубежную. Сейчас же в школах запретили Булгакова, Достоевского, Пушкина, как и все российское. О вреде русской литературы писал еще один выдающийся украинский писатель 20 века Микола Хвильовий, цитирую. «А русская литература тяготеет над нами в веках, как хозяин положения, приучивший нашу психику к рабскому подражанию. Следовательно, вскармливать на ней наше молодое искусство – это значит задержать его развитие. Наша ориентация – на западноевропейское искусство, его стиль и его приемы». И у меня вопрос. На что же мы в результате ориентировались? Село, слезы, парафин в половом органе – это западноевропейское искусство.